Джейгуру Дев, мы решили, в общем, заснять рецепт сухого насыпного пирога с ягодами. Вот, сейчас расскажем рецептуру. Нам понадобится 250-300 грамм замороженных ягод, в данном случае это черника, стакан, то бишь 200 грамм муки, 200 грамм манки, стакан сахара, полстакана теплого кефира, щепотка ванилина, 2 чайные ложки разрыхлителя, 50 грамм растительного масла и щепотка соли. Сначала в отдельной емкости смешиваем сухие части. Берем стакан муки, соединяем с стаканом манки и стакан сахара. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и щепотка ванилина. Все это тщательно перемешиваем. Предварительно подготавливаем емкость, да, это может быть такой лоточек. Промасливаем его кисточкой или рукой. Вот. И насыпаем нашу подготовленную, собственно, сухую массу ровным слоем. Добавляем ягоды. Будем делать 2 слоя ягод. Соединяем 100 грамм кефира тепленького, 50 грамм растительного масла и щепотку соли. Потому что соль, когда добавляли прям в сухом виде, в сухую массу, то получалось, что она попадала с кусочками, не расходилась в сухом порошке. И решили ее так вот разводить. Как видите, пирог не совсем сухой, мы его увлажняем. Но не приходится добавлять туда пачку масла, собственно, как там по рецептуре, почти целая пачка. Мы добавляем вот такую, так сказать, субстанцию с кефира, масла и соли. Заливаем сверху и буквально немножко просто палочкой протыкаем, чтобы наша жидкость проникла поглубже в сам пирог. Собственно, вот пирог готов. Сейчас мы его будем отправлять в духовочку. Пирог готовлен, ставим его в духовку. Ставим на 180 градусов разогретую духовку на 50 минут. 45-50, смотря какая у вас духовка. И ждем. Так, ну что у нас получилось? Смотрим. Отлично. Пирожочек. Эть красавец. Так, ну что, смазываем его сливочным маслом. Мы что-то не посмотрели, начали печь. У нас его было немного, но достаточно вполне. Мы маслицем Женечку его смазываем. По сути, там уже масло есть внутри, но сливочное масло не повредит никакому изделию, скорее всего. Да. Вот так чуть-чуть. Маслице нанесли. Берем сахар и посыпаем тонким слоем. Получится такая приятная корочка. Немножко сахара. Получается приятная сахарная такая корочка. Он подтопится. Thank you.
Гурудев. Приятного аппетита.